Улица Мичурина перекрыта для движения автомобилей и троллейбусов. Сейчас на месте работает техника водоснабжающей организации. Этой ночью здесь произошел порыв водопровода диаметром 1000 миллиметров. Последствия аварии ликвидируют. Трубу временно отключили от водоснабжения, дома перевели на резервную схему. По словам местных жителей, проблем с водой в квартирах не возникло. Прорвало ночью, несмотря на аварию, у нас вода в доме постоянно, все, ничего не отключали. Так что мы рады. С водой мы, конечно, это положительную сторону. И вообще вот по всему городу вот прокладывают вот эти вот камешки, кладут, это самое, все это комфортно, красиво. Вот. Да, это чувствуется, работа администрации чувствуется. Оперативно работают, это хорошо. Ремонт водопровода планируют завершить до завтрашнего утра. Водовод диаметром 1000 лежит на глубине 3,5-4 метров. После определения точного места повреждения будет произведена замена аварийного участка. После этого промывка и, соответственно, уже запуск водовода в сеть. После чего будет переключение абонентов на постоянную схему. А когда водовод опрессуем, мы передадим данный адрес уже под благоустройство. На улице Мичурина проводится комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, документы с требованием проверить коммуникации были направлены в водоснабжающую организацию еще в начале года. Вскрытие будет проходить в полном объеме с восстановлением дорожного покрытия. Вот от места повреждения. Оно у нас в Осевой находится, улица Мичурина, между Челюскинцев и до въезда в Экспо-Волгу. Вот в полном объеме будет восстановлено дорожное покрытие за счет СКС. Улица Мичурина – одна из важнейших дорог Самары. Здесь проходят маршруты общественного транспорта. Планируется, что в течение недели движение будет восстановлено в привычном ритме. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.